Доброго времени суток, уважаемый зритель. Я продолжаю тебя знакомить с проектом Mozo. И сегодня я бы хотел рассказать о преимуществах данного проекта. Проект Mozo – это платформа электронной коммерции, направленной на облегчение для предприятий и розничных торговцев, может легко продвигать и продавать свою продукцию или прорекламировать свой магазин для потенциальных клиентов, предоставляя или вознаграждая некоторые токены покупателям или посетителям, которые приходят в их магазин. Эта идея звучит очень странно и невозможно, но с рекламой розничные предприятия могут легко привлечь клиентов, которые посещают торговую зону или в районе, где делается продвижение. Вознаграждение за посещение. Пользователи посещения магазина или торгового центра на платформе получат некие токены Mozo. Владельцы магазинов могут бесплатно откорректировать бонусы, чтобы поощрять новых клиентов или удержать старых. Это поможет создать более большую базу клиентов. Mozo всегда поощряет внимание клиентов и преимущества обеих сторон. Награда за открытие. Это награда за открытие любого продукта, выбранного владельцем магазина, и размещение на платформе Mozo. Вознаграждение за покупку. Клиенты, те, кто покупает в любом из 38 тысяч магазинов в настоящее время, занимающихся Mozo, получат соответствующее вознаграждение. Через 3 года Mozo попытается достичь цели в 300 тысяч магазинов. Токен Mozo также можно обменять на бирже, чтобы побудить всех использовать его. В следующем видеообзоре я расскажу вам о стратегии данной платформы и подведу итоги проекта Mozo. А сейчас я завершаю свой видеообзор. Конечно же, не забываем переходить по ссылкам в описании, изучать всю информацию, представленную на сайте, изучать команду. Как вы видите, у каждого из членов команды есть ссылочка на их социальные сети, так что вы легко сможете изучить их команду досконально, узнав о каждом человеке всю подробную информацию. А я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!